виды четырехугольников. Рассмотрим основные виды выпуклых четырехугольников. Трапеция. Четырехугольник, у которого одна пара противоположных сторон параллельны друг другу, а другая пара не параллельны. Равнобедренная трапеция. Трапеция, у которой боковые стороны равны. Прямоугольная трапеция. Трапеция, у которой один из углов прямой. Параллелограмм. Четырехугольник, у которого обе пары противоположных сторон параллельны друг другу. Прямоугольник. Параллелограмм, у которого все углы равны. Ромб. Параллелограмм, у которого все стороны равны. Квадрат. Параллелограмм, у которого равны и стороны, и углы. И прямоугольник, и ромб могут быть квадратом. У всех выпуклых четырехугольников углы обладают следующими двумя свойствами. Первое. Любой внутренний угол меньше 180 градусов. И второе. Сумма внутренних углов равна 360 градусов. Вот так все просто. Так что подписывайся на все 360 градусов. Будешь знать больше.